Так, что мы делаем с утра? Математику. Буду себе сейчас готовить завтрак. Хочу геркулес. Так, у меня вот такой вот. Здесь воды поставила. Сейчас вода немного нагреется. Насыплю туда кашу. Хочу сделать кашу с какао и с белком. Сейчас покажу, как это вкусно. Реально вкусно, прям очень. Похоже на какой-то муссовый десерт, а не на овсянку. Варится у меня овсянка, здесь я ее уже забросила. Немного сахара, немного соли добавила. Вот. У меня такая долгая варка, поэтому я прям бросаю ее и не парюсь. Потом буду добавлять примерно столовую ложку порошка какао. Можно прям супер-пупер какой-нибудь вкусненький алкализированный. Ну, у меня самый обычный Красный Октябрь, поэтому буду добавлять его. И один белок. Вот я уже отделила белок от желтка. И буду его взбивать уже, когда каша сварится, одним венчиком от миксера. Это вообще за 3 минуты. И в конце добавлю белок в кашу, прям в горячую. И это будет супер. В общем, варим овсянку. Для начала можно на молоке, кто как любит. Я на молоке не люблю, поэтому варю на воде. Смотрите, вот моя каша уже с какао. Вид, конечно, у нее устрашающий. Сейчас еще немного вода подвыпарится. Я еще чуть-чуть воды добавила, потому что мне показалось, что маловато. И вот уже взбитый белок. Так что сейчас я выключу огонь, когда мне будет нравиться консистенция каши. И буду вводить себе прям в горячую кастрюльку, сюда вмешивать белок. И все, хорошо перемешаю. Не очень сильно, но хорошо. И буду есть кашу, которая похожа на какой-то шоколадный мусс. Правда, вот она какая-то такая интересная по консистенции за счет белка. Сейчас еще немножечко. У нас тут чашек вообще сейчас. Найду себе чашку, зеленая моя. Посудомойки. Я, кстати, пока каша варилась, успела заложить посудомойку. Вот она уже моется. Сейчас себе чашку для чая. Сделала здесь себе какой-то крымский сбор. Но он очень вкусно пахнет. Я помню, что я в Пятерочке его покупала. Назывался он крымский сбор. Сейчас себе сделаю чаек. У меня тут не супер порядок, но сейчас будем все делать. Все, я завтракать, чай и что-то не смотрите, но это вкусно, правда. Вот оно такое, ну прям слышно, как тут белок шипит, так вкусно. В общем, буду завтракать. Если захотите, попробуйте, вкусно. Немного сахара, кстати, я не помню, я говорила. Щепотка соли, немного сахара. Я думаю, что вы уже поняли, что я люблю готовить в пижаме, поэтому сейчас сразу быстренько закину плов в мультиварку и пойду приводить себя в порядок. Вот, плов и зубки будет. Сейчас смотрю, достану, все сейчас приготовлю и заброшу в мультиварку и пойду собираться. Завтра поеду за гранпаспорт. Сдавать оригинал, ну, показывать оригиналы и сдавать ксерокопии в Динскую. Среду, вторник, среда и пятница. Там 3 раза в неделю принимают с 9 до часу. Уже оплатила, мне пришло оповещение на почту, что оплата прошла. Но я на всякий случай квитанции распечатала же, поэтому все нормально. Ну, за все 4 паспорта пришла оплата, написали. И завтра поеду. Сегодня нужно подготовить все документы. Вот, а пока обед, а то уже 10:30. Все, уже уточка жарится. Здесь у меня ножки, крылышки и грудка. А здесь будет сейчас бульон. Сейчас все это поварю. Будет бульончик и плов. Так, что хочу сказать, что у меня кастрюли от мультиварки все в посудомойке. И не стала я их ждать, поэтому готовлю плов прямо в сковороде. Вот, хотела вообще-то я еще и супчик сегодня сварить, ну сейчас, да, сразу, но оказалось, что у нас нет картошки и морковки, поэтому бульон до лучших времен, ну до завтра, я сегодня все куплю, может быть, даже к вечеру его приготовлю,
А на обед будет плов, и сделаю салат с помидорками и с огурчиками. Вот помидоры храню здесь, какие-то прям они бабакинские, вот они какие. Пятерочки покупала, очень, кстати, даже вкусные. И огурец в холодильнике. А помидоры, чтобы не были холодными и чтобы были мягкими, доспевали, если вдруг что. Ну, вот эти прям спелые. Так, и сейчас еще сюда воды долью. В общем, короче, я не в теме. Я уже забыла, как это плов готовить на сковороде. По-моему, его не нужно мешать. В общем, короче, у меня будет рисовая каша на сковороде с мясом. Вот, вот как бы я это все назвала. Плов вроде бы готов, он сейчас настоится, а я буду варить перепелиные яйца. Нас тут угостили, аж две мисочки дали, вот сейчас одну буду варить. И хочу сказать, что надо погуглить, сколько минут их варить, я даже не знаю, сейчас погуглю. Миша обедает. Надо будет кальва сейчас в школу взять. Кого? Кальва. Кальва? Ага. Так, я сделала салат с майонезом, помидоры, огурцы, лук, который такой красненький, и добавила сюда перепелиные яйца. Вот, и просто отваренные тоже поставила, будем кушать. Крутой чек. Так, Гриш, давай обедать. Гриш, сегодня урок мужества, поэтому ему сегодня пораньше, а да? Я, пошла тебе гладить вещи. Всех накормила обедом. Сейчас буду уже заниматься выпечкой. Для начала сделаю безе, поставлю его сушиться для пряничного букета. Одного для девочки, то есть там будет розовое безе, белое, и одни нужно сделать бело-розовые. В общем, сейчас посмотрим, как я это все сделаю. Еще пока не знаю, но буду стараться все успеть, все всем угодить. Вот, все нужно это на палочках. И начинаем. Делаю швейцарскую меренгу. Видела, там есть какие-то рецепты и на итальянской. Нет, я делаю на швейцарской. Это когда белки на водяной бане подогреваются от 40 до 50 градусов. У меня это примерно 45-46, я термометром меряю. Потом, соответственно, там белки с сахаром 1 к 2. Одна часть белка, две части сахара. То есть 100 грамм белка, например, 200 грамм сахара. Либо 200 грамм белка, 400 сахара. Все это мешается и подогревается. И потом взбивается около 10-12 минут. Отсаживается. Ну, соответственно, перед этим всем нужно все подготовить. Вот все мешки кулинарные, насадки, чтобы уже были вставлены в мешки, противни. В общем, все-все-все. Духовка должна уже разогреваться, а потом только начинать взбивать белок, чтобы. Потому что все равно, когда белок стоит, он начинает немного отслаиваться, отсаживаться. Поэтому лучше делать все сразу и быстро. С белком работать, палочки, чтобы все было готово. Вот, поэтому вот такие вот дела. Буду сейчас заниматься. Как раз 3 часа будет все это у меня в духовке. И потом, а я пока подготовлю все трафареты, все, что мне нужно, еще для следующих пряников, чтобы потом их испечь и вечером начинать расписывать. Такие вот розочки для букета получились. Думаю, присыпать их присыпкой или нет, сейчас еще подумаю. И вот это вот для тортика, вот тут для девочки. Наташа, сегодня это ты где взял? Да, уже мы прочитали с ним рассказ. Тебе что, нужно на завтра подготовить пересказ? Нет, кто взял, там у кого нет, то возьмет. Угу. Мы прочитали рассказ. Как называется, Антош? Тебе понравился? Да. Уже обуваю шлепочки и иду на улицу снимать белье. Смотрите, как тут хорошо. Ветерок, правда, дует. Ну, зато белье высохло. Я вчера его увешивала. Сейчас это сниму и еще сегодняшнее развешу. Прям тепло. 20. А ты то правильно сделала или нет? Домашнее или еще не проверяли? Что мы слова писали? Все. Да? Я говорила коричневый. Так, 25. Задание 13. Где оно здесь? Читать. Ну давай читай. Здравствуйте, доброе утро,
это на земле начинается день ответов. Чего? Это цветов, да. Пока я тут развешивала и снимала белье, у меня уже смонтировалось видео. Я не знаю, мне так нравится эта новая заставка. Я прям балдею. Как вам вообще? Расскажите, понравилось, нет? А, я включила и здесь звук, сейчас его выключу. Это я не то наклацала. Я балдею с него, он мне так нравится. Так, сохраняем. И все, Гриша тут создавал картинки. У нас уже почти 5 часов, и я тут растопила. Что-то я уже подмерзла, если честно, поэтому решила, что уже пора. Пора затопить котел. Сейчас еще тут снизу немного поковыряю, где воздух должен быть. Я сегодня кочегар буду топить. Так как потеплело, я хочу пойти подмести под навесом. Прям очень хочу. Сейчас этим и займусь. Как хорошо. Тут видите, прям грязи мы понаносили нормально, поэтому сейчас все надо подмести. Слушайте, у меня такое настроение. Я подмела под навесом и сейчас здесь расставила детские игрушки. Что любят наши дети. Афоня обожает велик. Так, что они играют в футбол. Вот ворота у них уже здесь стоят. Афонина любимая машинка вот эта красная. В общем, ворота у нас в ходу уже. Пошли игры в футбол. И Антоха любит на качели. На качели, мне кажется, все любят. Я бы сама покаталась. Так что детская площадка. Травка уже зеленеет. Круто. Ждем уже хорошего тепла и будем играть все время на улице. А я уже хочу пообрывать вот здесь вот всю траву и купить уже цветочки, начать сажать в, ну, всякие вот такие, видите, колеса какие-то. Вот здесь у меня еще одна кастрюлька. Сейчас здесь все уберу всю траву и надо будет выехать на рынок купить цветы посадить. Привет, сынок. Привет. А что за шарик? Это у Димы день рождения. У Димы было? И чупа-чупсы принес. Дима? Давал чупа-чупсы? Ну, сейчас мне надо руки помыть. Я сейчас тебе не могу. У меня сейчас грязные. Видишь, мама тут. Гриша говорит, ты что, выбраться решила? Да, выбраться решила. А ты что решил? Ну, беги, сейчас папа тебе откроет. Только потихоньку, не перебивай его. Сейчас он скажет, хорошо там, дядя? Ой, я тут выбраться решила. Афонь, покажи, какие яички. Как увидел, кричит, яички какие, Гриша. Афонь, знаешь, что нам нужно? Яйца. Гриш, ну, ой, Афонь, ну как тебе пловик? Нормальный? Что это значит? Там это окей. А, да? А я думала, вот это окей. Вот так. Нет, вот так. А, вот это окей. Это значит, что классно. Классно? Так вот так же классно. Ну, и вот так можно. А, и вот так еще может быть. Это как вот такое. Мама, ты отстаешь от жизни. Я отстаю от жизни, да. Гриша. От новостей. Мам. Это что значит? Вот это молоко, я не знаю, хорошее. Там есть другое. Может, другое сразу? Ты это хочешь попробовать? Ну, возьми тогда стаканчик, попробуй, хорошо? Так, у меня вечер с пряниками, но я сегодня недолго. Еще 3 пряничка и все. Сегодня у меня герой из мультика про синий трактор.
Все, на сегодня прянички закончились. Осталось ставить палочки, потому что вот эти вот круглые будут для букета. И самое смешное, что когда печатаешь, нужно проверять, где низ, потому что у меня такое было. Когда я напечатала, а дырка оказалась сверху. В горячем прянике я ее делала, поэтому, знаете, пришлось переделывать. Вот. А тут все нормально. Тут как бы где ноги, где уши, понятно сразу. А вот просто в круглых рисунок нужно обязательно проверять, где дырка. Ну, это так звучит, конечно, странно. И переделала лисичку. Помните, говорила, что косичнула, все переделала.